Не произошли сейчас замены по обоим сторонам. Полагаю, они будут произведены во второй половине на карте Кросс Хайнань. И сейчас остается 3 секунды до начала игры. Обе стороны стартовали. Писали лайв. И пошел бой сейчас. Все машинки по умолчанию едут в центр. И посмотрим же, чью техника будет слита на старте и кто останется жив на точке Дельта. И Катинцы же от Октавии сразу же отправляются прятаться за камень и начинают пушить сейчас бойцов Натус Фунгус. Делает минус сейчас Бугрос по мастер русский. О, добили сейчас мастер русский. И похоже, что Октави ушла на точку Чарли, а Доус отправился на точку Дельта, добивая сейчас последних бойцов Натус... Нет, не последних, еще два бойца прячутся за камнем Натус Фунгус. Вертолеты сейчас продолжают бои в небе. И танк у Натус Фунгус отправляется в центр и сразу же уходит на точку Браво. Посмотрите, как сейчас ведет себя Джак. Отправился сейчас забирать флаг и... Пока вертолеты сейчас заняты, в принципе, поединками вокруг точки Дельта. Происходит, в принципе, довольно интересная стратегическая разбежка. Не могут понять же, какие точки сперва взять приоритет. То ли город, то ли точку Дельта. Октавия. Ведь у Натус Фунгус сейчас имеется целых 3 флага. 2 городских флага. Альфа и Браво, и сейчас находится под их контролем, уезжает на базу паровоз. И Натус Фунгус сейчас будет отправляться на точку Чарли, но Занг сейчас как можно быстрее уезжает на Дельту. Им нужно, Петоктаве нужно как можно скорее вернуть себе преимущество, тем самым сейчас Занг отводит на себя и время, и внимание. Поливает сейчас Нео. Где наш Нео? Нео уже 10-0 нафармил за 2,5 минуты. И похоже, что Октавия наконец-то предприняла попытки захвата точки Браво. Уходит сейчас флаг в их сторону. Вэш это единственный, кто остается на точке Браво. И сейчас отправляет от Доуза один сраф, но, к сожалению, он не был зарегистрирован как... 50 единиц попадания. Там буквально пару градусов не хватило для попадания в конус по заднице. И продолжается, в принципе, бои между Октавией и Нафу в городе. Нафу сейчас потеряли 2 городских флага Альфа и Браво. Подъезжает Джак от Нафу. И будет сейчас решать проблемы с перенаселением Октавии на городских точках. Делает заунд минус по Доте и пытается пройти дальше. Делает минус также по Вэшеду. И вся сейчас заунд себя ведет. Похоже, что Октавия полностью забрала под контроль городские флаги, полностью у них под контролем точка Чарли. Дёрти отправляется в центр. Сейчас будет давать респаун своим напарникам. И похоже, что самый жаркий сейчас поединок проходит именно на точке Альфа и Браво, на Олимпе. Единственный способ сейчас Натус Фунгус закрепиться в городских... на городском пространстве, это именно воевать на вот этом пустом месте, откуда, по сути, можно давать очень-очень качественный респаун на своей команде. Пытаются Октавии расстрелять здание, и Бугрос сейчас очень агрессивно спрыгнул с крыши, минуснул сейчас пехотинца от Натус Фунгус. И похоже, посмотрим же, как у нас сейчас обстоят дела в небе. Самолет же от... в небе только от Натус Фунгус. Заходит сейчас Potato the Retard на
на вертолет, но похоже, что вертолет в лице Пролоска быстро раскусил план и решил сдать назад. Натус Фунгус отправились в город. Сейчас счет примерно равный 199 на 195. Натус Фунгус лидирует буквально на пару тикетов. И несмотря на то, что у них всего под контролем только один флаг, Натус Фунгус сейчас вынуждены действовать очень аккуратно, но в то же время очень быстро. Ведь на их счет сейчас решается, победят ли они во втором раунде. И с учетом того, что у них уже имеется в запасе 110 тикетов, Октавии придется очень и очень попотеть. Забирает только что, забрала только что команда Natus Fungus второй флаг. Это точку альфа. То есть буквально находятся абсолютно все. Танк. Танк лице Джага сейчас подъехал Адоусом. Пушит еще вертолет. Пытается сейчас протаранить Адозы. И буквально на соплях сейчас происходил бой. Был выведен танк Адоуза из строя. Но вертолет добивает просто. HTC и Neo вместе в паре сейчас полностью добили бронетехнику и вынуждены сейчас брать по новой единице с базы. Жак уже отправляется на точку Дельта, где находится Багай. Сейчас пытается дать респаун еще своему напарнику и потратить время и сжечь тикеты на Натус Фунгус, оттянув время. Подъезжает еще сейчас Джак на танке и будет сейчас бой, будет обстреливать зажигалками, пытается выкурить их оттуда. Пошла перетяжка, посмотрим же, что у нас сейчас происходит в бою. И у Манки, и Пролоска от Октавии пытаются проконтролировать ситуацию на паровозе. Понимаю, что им нужно срочно взять флаг на дельте. Зажали они сейчас танк под мостом. Evil Monkey, посмотрим же, это Evil Monkey, что он сейчас пытается сделать, расстреливает сейчас. А что получилось только что? Да, сейчас забрал Evil Monkey танк у Natus Fungus. Убил Джага, пока тот вышел починиться, и на 35 единицах здоровья увозит свой танк, точнее вражеский танк, к себе на домашку, чтобы починить и вывести его в бой. Вот тем временем посмотрим же, как у нас складывается ситуация на точке Браво. Пока вся там месиво происходило на дельте, Подоус вместе с пехотинцами Доктавии одновременно пушили городские флаги и сумели сейчас забрать и Альфу, и Браву. Но отправили Апеля сейчас на Чарли. Пытаются Апель что-либо предпринять против вертолета, чтобы тот не начинал пушить. И бой неравный сейчас будет происходить. В два танка со стороны Октавии и один танк со стороны Natus Fungus. И в принципе можно спокойно сказать, что сейчас Октавия имеет все шансы сделать камбэк и отыграть потерянные тикеты за первым раундом. Очень-очень жестко сейчас Адоус расстрелял Джага буквально в задницу. Одновременно еще пушил вражеский танк вертолет на лице его манки Проволоска. Соответственно, Адоусу ничего не оставалось, кроме как просто добить танк, пока Джаг вышел чиниться. И агрессивная игра со стороны Октавии в два танка. Пытается сейчас выбить абсолютно всех Natus Fungus из зданий. Natus Fungus остается в небе вертолет, но он на соплях. 25 единиц здоровья, нужно срочно чиниться. Дельта все так же находится под контролем Natus Fungus. И Natus Fungus сейчас имеет шансы вернуть точку
точку Чарли Джак. Буквально чуть-чуть ему не хватило добить пехотинца Октавий. И два танка сейчас точно отправляются на Чарли. Будут добивать последних пехотинцев Нодус Фунгус. Ну, пехотинца против не инженеров, это... Танк против не инженеров, это просто расстрел. И все, в принципе, очень понятно. Октавия забирает под контроль точку Чарли, контролирует точку Альфа Браво. Единственная сейчас преграда для них — это остается уничтожить вертолет. И, в принципе, Нотус Фунгус, чтобы реализовать какую-либо стратегию, им нужно одновременно заехать на какую-то одну точку и начать пушить. Жак же уезжает вместе с Вешедом на точку Альфа. Мастер Русский отправляется на точку Браво, пытается заехать с тыла. Дёрт ждет указаний. Я так понял, что сейчас будет решаться судьба точки Чарли. Это будет очень важный момент. Цепляешь на киллер мины на кусты. Текстурный баг себе испытывает. И Дёрти сейчас заходит на второй этаж. Сейчас делает минус по Шону Киллеру, который ничего не услышал и не заметил. И Чарли сейчас имеет шанс уйти. Нодус Фунгус, пока Нодус Фунгус отвлекает на Альфе танки. Полностью сейчас выбиваются Альфа и Браво на Нодус Фунгус. И огромный респаун сейчас будет от Нодус Фунгус на флаге Чарли. Единственный флаг, который сейчас имеет шанс уйти российской команде. 167 на 86 тикетов. Лидирует сейчас Октавий. И у них еще в запасе есть примерно 55 тикетов, чтобы выиграть эту карту. Проходят сейчас бои. И мы улетели за карту. Короче, проходят сейчас бои в небе. Сейчас самолеты. Просто где они? Где наши самолеты? Перестреливаются на краю карты. Снова идет. Пытается уничтожить сейчас, я так понимаю, Ботома. Идет просто воздушный бой. Это может длиться буквально еще несколько минут. Ни о чем, в принципе, это пока не говорит. Рано судить. И Апель с пехотинцами Нотус Фунгус продолжает натиск на точку Альфа. Сделали точку нейтральной. Багай засел, ждет сейчас напарников. Даст респаун большой, и можно будет приступать Октавии тушить, выбивать последних бойцов, которые засели в здании. Остается лишь Апель на точке. Один против двоих. И буквально второго чуть-чуть не добил Апель, и поняли, что сейчас ситуация будет очень плохо. Вертолет в небе, танк Адуз идет на Чарли. Единственный, кто сейчас делает перетяжку, это Дёрти. Но Дёрти сейчас тоже убивает. Остается еще несколько пехотинцев, их тоже убивает. И последний герой остается. Последний герой, мастер Русский, тоже погибает. Лоски и Ваманки просто наказывают всех на Нотус Фунгус за их наглое поведение во время первого раунда на сервере NitroServe. Ну, в принципе, Октавия очень-очень грамотно себя сейчас ведет. Уверенно воюет на центре, несмотря на то, что паровоз сейчас находился не под их контролем. Без проблем сейчас делали перетяжки флаг за флагом. И похоже, что единственный флаг, который им оставалось взять, это, конечно, точка Дельта. Нотус Фунгус просто не остается шансов. 4 флага, 8 тикетов до конца, 159 у Октавии. У них еще в запасе более 45. И 159 тикетов уходит в копилку Октавии после второго раунда на карте Дорога Голмут.